Привет, мои хорошие. Я опять в магазине. Ура, ура. Ну, стоит стенд скоро в школу. Я опять в магазине. Что буду покупать? Сейчас вам покажу, мои хорошие. Кто не подписан, друзья, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх. И пошли на просмотр видео. А мне вот сюда, мои девчоночки, доченьки, меня сагитировали купить краску. Они покрасились, и мне завидно стало. Сейчас я погляжу, может, на той стороне буду искать где-то себе краску. Ну, сказали, что в этом, Марина сказала, что в этом продуктовом магазине она покупает. Здесь все есть, как говорится, магазин для всех видов. Те носочки хорошенькие. Где оно тут? Где-то дальше. Вот видите, сколько непродовольственных. Вот краски. Сейчас буду смотреть, друзья, какая мне понравится. Друзья, вот акция на Лаковуд. Сейчас возьму себе две штуки. Все равно они понадобятся. Боже, когда это все продается? Понятия не имею. Магазины завалены. Когда все продается, не знаю. Как можно все это продать и поесть? Вот это мы народ кушаем. Друзья, здесь ходить можно бесконечно. И найдешь ли то, что тебе надо? Ну, пойду поищу еще. С клюквой смотрю, как Тамара мне говорила. Вот дома нашла с клюквой. Возьму, попробую. Друзья, первый раз делаю заявку в киоске. Попробуем, как оно получится. Друзья, вот заказ мой 471, кетчуп один, вот такой. Решила попробовать, как заказывать, что оно получится на эти 9,50. 9, наверное, 50. Чикен один, лед один, кола одна и фри новый, вот фри такой, картошка фри. Сейчас будем, друзья, пробовать, что это у нас тут за вкусно или не вкусно. Сейчас покажу вам, ребята, что тут у меня за бутерброд, что в нем есть. А в нем мясо кусочек куриное, майонез и зелень. Ничего нормального нет. Или котлетка, или мясо. Сейчас попробую. Картошечка фри и кока-кола с соусом. Итак, ребята, приятного мне аппетита. Ребята, это не котлетка, это мясо куриное. Вот типа наггетсов, наверное.
такое. Кушай дальше. Наесться, конечно, им не наесться, но перекусить будет нормально. Ну, дороговато, конечно. Покупочки, что я купила. Пришла с гуляний. Молочка литр. 2,5. Вот хлебушек. Как говорила Тамарочка, попробую с клюквой хлеб. С молоком она так пьет. Попробую. Наверное, вкусно будет. Тамара, я купила тоже такой хлебушек. Опять-таки сырную лепешечку. За рубль 20. Или сколько там. И вот такие два кренделька до молока. Это все до молока. Я же раз его, конечно, не выпью. Это мне хватит на... не на один раз. Краску купила. Вот такую, как красятся мои дети, дочки. Они меня соблазнили такой краской. Две пасты. Лаколуд по акции. По 6 рублей. А так она 12 с чем-то. Вот и все мои покупочки сегодня, ребята. Главное прогуляться. Главное прогулочка. Выйти на свежий воздух и прогуляться. Вот 2 часа я прогуляла. Туда-сюда до парка прошлась. И время пробежала. Друзья, краска куплена уже пару дней. 7 часов утра. Мне не спится. Не спится потому, что я не могу привыкнуть к городской жизни. Кто-то 5 раз уже за утро хрёпнул дверью. У кого-то машина сработала, сигнализация. У кого-то еще что-то там случилось. А после 7 начинают ходить еще бутылки собирать по мусоркам. Ну, короче говоря, никак не привыкну к городскому шуму. Ну, ничего, буду привыкать. То, что я сплю где-то 3, бывает и 4 крепкого сна, а потом так уже. Лежу-лежу. И так, чтобы сильно не шуметь в 7 утра, я займусь, наверное, окрашиванием своей головы. Смертельный номер будет для меня. Как оно получится? У меня волосы реагируют совсем по-разному на краску. Я могу покраситься таким, а остаться чисто черной или и не покраситься совсем. Буду пробовать, друзья. Друзья, между крашением головы, пока она у меня красилась, я нажарила оладиков. Марина должна сегодня прийти. И машинка у меня уже зовет. Валя, где ты ходишь? Уже постирала. Сейчас повесим белье. Помою голову и буду пить чай. Люди добрые, посмотрите, на что я стала похожа. Господи, вот это, я же говорю, у меня голова может отреагировать неадекватно. Может быть темный, может быть светлый, может быть он вообще розово-сиреневый какой-то. Ой, после боя называется, руками не машут. Как говорит моя Марина, хуже не будет. Мне кажется, что я была не крашеная, намного лучше, чем сейчас крашеная. Но надеюсь, что оно смоется. Говорят дети, что оно через пару дней, вот эта розовина уйдет. Очень надеюсь, что она уйдет. И останется просто светленький цвет. Ой, Господи, что ж я натворила, полюбила с этих лет. В этих годах называется, ой, кино, с ума сошла. Короче, девочки, мальчики, кто ко мне зашел, ну, не обращайте уж внимания на такую красавицу, в кавычках, красавицу в кавычках. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Прожимайте, пожалуйста, колокольчик, чтобы приходили новые видео с моего канала. На этой ноте некрасивой. Я о себе говорю, я некрасивая.
Ну, некрасивая, но люди, ну как это в песне говорится, говорят. Так и у меня. Я говорю сама себе, вот это трусится у меня рука, потому что я не знаю, как вам показать этот цвет волос. Это смех и грех. Против света одно, чуть темнее другое. Ну, короче говоря, не пойми что. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Все, мои хорошие, всем желаю мира, добра. Будьте счастливы и любимы. Всем, мои хорошие, пока-пока. До следующего видео.